Я хотел бы спросить, ну что, реструктуризированный комп, ты меня заведешь сегодня? Этот деструктуризированный компьютер совершенно деструктуризировался. Господи, еще раз скажи это, Этот пожалуйста. деструктуризированный компьютер совершенно деструктуризировался. Блин, сейчас ты вроде не картавишь. Что Что делать? Ну, происходит? был без Я не знаю, этого даже как компа. зовут. Сзади! Там сзади двое идут, не Сзади спереди, ну куда двое, будет? спереди двое, а качество с жопы вообще там насовывают, уже лезут мужики-то, ё-моё! Гачимучи Данжен Мастер! Гачимучи Данжен Мастер. Апельсиновый кап. Что? Что мог ты такого найти, как бы, чтобы я прям офигел и захотел что-то там получить и начал у тебя просить? Нет, ты Некогда! не будешь. А? Некогда вот этого, который ты скинул. Я тебя зачарую, но нет. О, сука. Нет никого. Мыло? А, мыло так или это стационарное мыло. Стационарное мыло, да. Стационарное пулевое стационарное мыло. ФМ, ФМ, где прикрытие? Подожди, стационарное мыло кончилось. О, туалетная бумага. А взять ее нельзя. О, код дуда. И сухарики в толчке внутри. Вот правда интересно, как ты в сортире сухарики нашел? Зашел в сортир, вижу сухарики. Взял. Подожди, а у тебя есть рюкзак, нет? Потом Там. персонажа за спиной просто какая-то с бодсетка, Сумма. не знаю. Я знаю, в нее можно сложить собачку, вот эту, знаешь, какую-нибудь баллонку, и когда делает, и она займет все место. Да. Возможно, еще обострет там, но. Зато я найду там потом сухарики. Жопа. Кстати, да, именно она. Ее бы стационарным мылом прочистить, чтобы сухарики не перли. Да, я знаю, что это хорошо было. А кто за камнями был? Да, это я убил, которого за камнями бил. Окей, я тогда к нему пойду, посмотрю, окей? Ты уверен, что стоит прям? Ну ладно. Конечно нет, но а как же еще? Блять. Да, вот он. О, я сейчас вот хирургический набор использую. Как раз сейчас руку восстановим. Причем моб... О, господи, меня убили. Да, блять, я же говорил. Дудак, да, беги, думал, пожалуйста, беги, блядь, 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 хватит, прекрати, прекрати, сука, прекрати, положи ее нахуй, уйди нахуй, дебил. Алло? Ты слышал эту истерику мою, да? Да, я слышал. Может быть, мы на самом-то деле не люди, а муравьи, потому что, смотри, у нас очень схожий образ жизни, сидим в своих норках, носим, да, мой палочки, веточки какие-то. У нас это зарплата, но у муравьев листики, логично. Ну, вот дерево сорвал, домой принес. Тут, правда, их выдают, они срывают. Но тем не менее, зеленые, зеленые. Ну, в Америке, по большей части, а и в Китае там где-нибудь. Что касается, я не знаю, что угодно. То есть детей держим дома. Муравьи есть рабочие, которые обычный планктон офисный, и военные, которые военные. То есть все схоже. Может, на самом деле у нас огромные матки, и дети на самом деле там нахуй либо в капусте, либо на улице. И начинается Silent Hill, где они нашли там какую-то девочку на улице. Первый Silent Hill, короче, кто же не знает. Муравьи все знают первый Silent Hill. Кому не подойди такой. Муравей, ты знаешь, да, да. И вот, знаешь, если кто-то ответит нет, дави его. Дави его нахрен. Он просто не является муравьем. Это самозванец. Это, знаешь, многие мимикрируют. Там, не знаю, друг друга, кого угодно, вот. И вот это самозванцы те самые, которым нельзя верить ни в коем случае, понимаешь? Если ты им поверишь, то ты им поверишь. Ну, логично же. Я не знаю, что... Блин. А, я его повалил. Я иду к тебе. Ай, меня повалили, второй. Это баба с пулеметом. Она его поднимает. И, скорее всего, поднимет удачно. Да. Это было шучу. Ля, такой трэш, сука. Кинул гранату на обум, хуяк, убил обоих. А ты знаешь, что я сделал? Чё?
разбежавшись, прыгнешь со скалы. Ы, да, в конце должно быть обязательно. И вот что я люблю. Знаешь, мы тут сейчас сидим, да? Прошло уже примерно 10 минут туда, и да мы нихуя не налутали, ничего не сделали. И все еще никого не убили. Весело. Нам весело, и мы говорим «ы». ФМ, главное в кемпинге это не то, как ты его провел, а то, как ты его провел. Ну, еще какие у тебя остались чувства после него. Если у тебя осталось чувство идиотизма, то... Значит, ты все делаешь правильно. Да. Причем, мне кажется, это почти синхронно сказали.